Неожиданное открытие для всех сделал одесский краевед Александр Бабич. Оказывается, знакомое каждому изображение малыша на банках со сгущенным молоком, которое вот уже несколько десятилетий украшает упаковки с лакомством, портрет историка в 5-летнем возрасте. Одесский историк Александр Бабич поделился неожиданной историей и собственной жизни. Оказывается, портрет малыша, хорошо знакомый всем любителям сгущенного молока, не что иное, как изображение самого Александра в 5-летнем возрасте. Об этом сообщают одесские СМИ со ссылкой на самого краеведа. «Давно хотел сделать этот снимок. Я стою под маленьким «Я». Завод, который строил мой дед, на котором работал мой отец. И памятник сгущенке, на фантике которой уже почти 45 лет красуется моя детская мордашка. Да, друзья, за прошедшие 45 лет я сильно изменился», написал Александр Бабич. Автором портрета маленького любителя сгущенного молока выступил художник Виктор Усович.